Здравствуйте, ребята! Меня зовут Светлана, и я являюсь сотрудником Московского центра «Патриот Спорт». И сегодня я познакомлю вас с комплексом упражнений, который поможет вам снять напряжение и усталость в момент подготовки и сдачи единого государственного экзамена. Например, все мы сталкивались с тем, что у нас устали мышцы рук, напряжены пальцы. Чтобы снять это напряжение и усталость, достаточно сделать небольшое количество простых упражнений. Например, круговые движения в одну, в другую сторону, разжимание-сжимание, попеременное сгибание пальцев от большого к мизинцу и в обратную сторону, различные выпрямления рук вперед, вверх, в сторону, потирание рук. Руки перед собой в замок, вперед ладошками вверх, в замок ладошками вверх, в замок ладошками вверх. И потряхивание. Вот такой простой и быстрый способ расслабиться и снять утомляемость.